Ветеринары отметили профессиональный праздник. В Невском районе прошло торжественное совещание Государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга. Каждый день сотрудники ветеринарных служб проверяют тонны продуктов на безопасность и экологичность. Например, от качества работы Мариэтты Костоевой зависит здоровье десятков тысяч жителей Приморского района. Бывают, конечно, у нас мы находим превышение содержания нитратов продукции, но обычно это бывают небольшие количества, и мы просто их уничтожаем. Активная работа идет и по всему Петербургу. За минувшие полгода более 100 тонн небезопасной продукции не попало на столы к жителям и было уничтожено. Однако не в этих цифрах измеряется их успех, считают специалисты. Самый главный успех, что город благополучен по болезням, в городе нет циркуляции опасного и контрабандного сырья, значит, в той мере, в которой это могло бы быть без участия Государственной ветеринарной службы. В ветеринарной службе Петербурга работают несколько тысяч человек, а на торжественном совещании правительственными грамотами наградили порядка 50 самых достойных работников этого года.